«Сдай макулатуру, спаси дерево». В городском округе Люберцы прошла очередная экологическая акция. Благодаря марафону старые книги, журналы и газеты приобретут новую жизнь. Библиотека «Бригантина» – постоянный участник акции по сбору макулатуры. На этот раз сотрудники учреждения не только принесли ненужные газеты и журналы, но и показали, что можно сделать из них своими руками. И если для создания поделок сгодится любая бумага или картон, то для будущей книги нужен только переработанный материал. Как примерно проходит этот процесс, участникам экомарафона показали на мастер-классе. В зависимости от способа переработки, бумагу можно переработать до 8-9 раз. Например, вот у нас есть дидактические наши материалы, которые мы напечатали на переработанной бумаге, ничем не отличается от обычной бумаги. Для того, чтобы создавать новые книги, не причиняя вреда природе, в Люберцах уже второй раз проходит экологическая акция. Название говорит само за себя: «Сдай макулатуру, спаси дерево». У меня папа работает в офисе, и там он копил бумагу там на протяжении полугода. Ну, и всякие нужные документы он просто не отдал и сказал, ну, в школу отнесешься для переработки. 70 килограмм принес. Каждому участнику акции начисляются экобаллы. Тому, кто соберет рекордное количество макулатуры, ждет подарок. По итогам мы премируем саженцами, которые высаживаем и весной, и осенью. Буквально недавно мы провели такую акцию по посадке саженцев и фруктовых деревьев, в том числе в одной из школ городского округа Люберцы. Ну и, соответственно, победители были награждены и призами, и дипломами. В прошлый раз жители городского округа собрали более 11 тонн макулатуры. Окончательный результат второго марафона пока неизвестен, но по расчетам организаторов эта цифра будет еще внушительнее и перевалит за 12 тонн. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.